Приветствую, друзья мои, с вами Садриддин. Если помните, я выкладывал видеоролик во время следования из Нью-Йорка в Ташкент. И потом я показал достопримечательности, некоторые, просто часть города Ташкента. Сегодня я нахожусь в аэропорту города Ташкента. Сейчас я следую в Казахстан, в город Астану. В городе Астане меня ждут очень грандиозные события, интересные мероприятия, о которых я обязательно буду тоже выкладывать в видеоролики. Следите за моим каналом, будет очень интересно. Друзья, таким образом я очень удобно разместился на свое любимое место. И теперь мы готовимся к полету. Двигатели запустили. Скоро полетим, как говорится, в Астану. Я давно мечтал побывать в обновленной Астане. То есть в Астане. Я раньше в Целинограде бывал, а вот в Астане еще не был. И вот, наконец-то, мне довелось полететь. Так что я вам покажу очень много интересных мероприятий. Покажу достопримечательные места Астаны. Конечно, будет разговор о бизнесе. Самое главное. Вы знаете, я финансовый консультант по инвестициям и агент по рекламе. Поэтому именно я буду много раз выкладывать видеоролики с информацией о моем бизнесе. Буду обучать вас, консультировать, как сделать так, чтобы ваши деньги работали на вас, а не вы работали ради денег. В наше время это вполне возможно. Даже вы можете, продолжая свою любимую работу, заниматься дополнительным бизнесом, собственным бизнесом. И, значит, ваши деньги будут приносить вам солидные доходы. Во всем мире многие предприимчивые люди, работая на компанию или на учреждение какое-нибудь, еще кроме этого, они сами имеют один или несколько собственных бизнесов. И это вполне нормально. Так что я вас тоже могу научить, как я уже сказал, чтобы ваши деньги работали на вас. Друзья мои, я приземлился и вот теперь еду в центр города. Вот этот знаменитый шар, лазерный шар. Меня встретил сын мой Атабек. Здравствуйте. А это, наверное, я, по-моему, да?
Вот Астана. Это я сейчас поспешно делаю такой экспромтом. Видеозапись, но специально будут отдельные видеозаписи по разной тематике. Мне город нравится. Я проездом дважды бывал еще когда, в 70-х годах, 80-х годах. Это когда я в начале 70-х, когда в армии служил, и в 80-х как-то проездом тоже. Когда этот город назывался Целиноград, и этих многих построек не было, сооружений не было, зданий не было больших. Ну, в то время тоже Целиноград был очень красивым городом. А сейчас город вообще становится все краше и краше. Вот такие строят дома жилые. Вся аллея вот в цветах. Вот эти вот петунии, живые цветы. Смотрите, они в цвету, расцвели все. Итак, друзья, следите за моим каналом. Будет дальше много очень интересного. Начинается Экспо 2017. Так что будет очень интересно. До следующих встреч на моем канале. Ну, пока я на этом заканчиваю. Потом еще продолжим.